Были мандарины 50, были, рассказывают. Приезжаю в театр Шатару-Ставели. Начинается спектакль «Ричард III». А там же Робик Стюарт делает такие стилизованные спектакли. Знаешь, там синтез Брехтовского театра, Шекспир. Там у них такие шинели, знаешь, такие с наполеоновскими воротниками, но до пола такие стилизованные. И начинается спектакль, открывается занавес, музыка такая, дым пошел в зал. Паразанда, Ричард III, все так сидят, слушают. Дым такой, и вдруг видим, на заднем плане стоит человек. И от дыма у него такая тень здоровая, музыка, и он начинает идти к нам. Он идет к нам, выходит на авансцену, шаги такие тяжелые, зал так, ёб ты мать. Он выходит, а он в таком белом халате, в каких-то пятнах, кровь не кровь, вытирает тряпкой руки, смотрит в зал, ждет, пока кончится музыка, потому что музыка очень громко, все так, ёб ты мать, Ричард III, знаешь, музыка заканчивается, самбан! Он так говорит, слушайте, кто заказывал хинкали, идите в буфет, готовы. Это быль.